Сегодня мы проводим финальный этап всеукраинского гран-при «Атака». Этими соревнованиями мы завершаем этот календарный год. На финале к нам приехали спортсмены из различных регионов Украины, порядка 500 спортсменов. Год был для нас удачным. Наши спортсмены привезли медали с чемпионата Европы по юниорам. Среди кадетов привезли медали с чемпионата Европы. У нас впереди отбор на юношеские Олимпийские игры. Будем стараться попасть на юношескую Олимпиаду и, естественно, привезти туда медали. Всем участникам сегодняшних соревнований желаем бескомпромиссных побед, выступления без травм. С наступающим Новым годом! Я очень рада выступать на этом турнире. Но лежит большая ответственность, потому что турнир организован нашим тренером Андреем Васильевичем Долгополом. Турнир является для меня подготовительным к Турции и последующему отбору на чемпионат мира в Тунисе. Мы сейчас упорно готовимся и стараемся успешно выступить на чемпионате мира. Этот турнир является подготовительным турниром к чемпионату Украины, который будет проходить в апреле в Киеве. Конечно же, я хочу принять там участие и отобраться на чемпионат Европы. И хочется, чтобы на чемпионате Европы по молодежи я взяла золото. На тренировках сейчас уделяем большое внимание физическим нагрузкам. Это все делается для того, чтобы на следующий год выйти на пик формы. По окончании серии турниров, сегодня финальный уже, будут вручаться денежные призы во всех возрастных категориях лучшим тренерам, лучшим командам, лучшим судьям. Организация турнира отличная, все на уровне. Судейский состав подобран достаточно грамотно. Выбирались лучшие судьи из Украины. В преддверии Нового года хочу поздравить всех участников. Судей, тренеров, гостей, родителей, как главный судья организаторов турнира, пожелать всего самого наилучшего в будущем году. Хотелось бы продолжения гран-при, чтобы в 2018 году еще одна серия прошла.